Буквально вчера выпал снег, что вызвал небольшой гололед. ДТП по этой причине было немного, и, к счастью, пострадавших нет. Однако из-за того, что водители не успели поменять шины, происшествие все же имело место быть. К слову, в департаменте полиции намерены штрафовать водителя в размере 5 МРП, которые не поменяли шины до 1 декабря. Это предотвратит дорожно-транспортное происшествие, уверены стражи порядка. На сегодняшний день погода чередуется снегом и дождем, что приводит к гололедице. За сутки на дорогах города зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Самое крупное из них произошло вчера днем по улице Абая. 44-летний водитель автобуса номер 29 допустил столкновение 4 легковых автомобилей и кареты скорой помощи. К счастью, в машине неотложки пациента не было, однако в салоне маршрутного автобуса находилось 10 пассажиров. Во время ДТП никто не пострадал, но машины были эвакуированы. В данном ДТП никто не пострадал. В отношении водителя автобуса составлен протокол. Материалы дела переданы в суд. ДТП случается в первую очередь из-за неподготовленности водителей к зимнему периоду. Также водители часто отвлекаются за рулем. Как отмечают блюстители порядка, основной причиной дорожно-транспортных происшествий является невнимательность водителей. Однако из-за погодных условий необходимо уделять внимание и своему автомобилю, вовремя поменяв шины. Ведь в первую очередь это безопасность самих водителей и пассажиров. Мы подготовились к зиме уже давно, дня 3-4 назад. Вот. Ну, дороги как бы хорошие, вот, вполне удовлетворительно все. Ну, гололед небольшой есть в утреннее время, ну, на данный момент как бы скользко. Вот. Ну, ничего, ездить можно. Ну, человеческий фактор, наверное, невнимательность, теперь и опыт. Надо вовремя иметь, и все. Все хорошо, когда поменяешь, все здорово. Ездим аккуратно. С первым снегом образовались и большие очереди в шиномонтажках. Работники не скрывают, что население идет менять резину в последний момент. Вчера вообще весь день ажиотаж был, нам практически даже некогда было. Но сегодня вот еще чуть поболее, более-менее спокойней. В основном у нас как всегда до последнего тянут. В последний день кидается, снег пошел, начали переобуваться. Именно поэтому полицейские рекомендуют автовладельцам при движении по дорогам быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, скорость и избегать резкого торможения. Блюстители порядка также просят быть внимательными и пешеходам. В связи с гололедными явлениями на проезжей части существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленном месте и на разрешенных сигнал светофора. Бахытгуль Казиз, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей».